Ноябрь прошлого года показал, что энергосети – больные точки края и что тянуть с их модернизацией больше нельзя. Поэтапный план реконструкции губернатор Приморья обсудил с руководителем Росгидро Виктором Хмариным, который накануне прибыл с рабочим визитом. Мы со своей стороны готовы решать эти вопросы на взаимообразной основе, делать так, чтобы это было выгодно и энергетикам, и, конечно, жителям, с тем, чтобы они получали устойчивое энергоснабжение. Проблемы, которые необходимо решить – регулярные перебои с электроэнергией во время непогоды, недостаток мощности генерации в некоторых муниципалитетах и ряд других вопросов. По словам главы Росгидро, компания готова вложить в модернизацию энергосетей региона порядка 12 миллиардов рублей в ближайшие годы. Проблем много, но я уверен, что совместно с вами нам удастся качественно изменить ситуацию там и по сетям, и по генерации. Глава компании также рассказал о предстоящем строительстве Артемовской ТЭЦ-2 и реконструкции Владивостокской ТЭЦ-2. На последнее заменят оборудование и переведут на газовое топливо. Олег Завьялов, Денис Фадеев, новости на Восьмом.